Фестиваль анимационного кино – это не просто собрание талантливых художников и создателей. Это праздник творчества, воображения и уникального подхода к искусству. Отличительной особенностью по отношению к прошлому году является количество представленных техник исполнения анимации. И это очень радует, потому что дети делают и рисованную анимацию, и кукольную, там, и сыпучую, ну, в общем, разные технологии используют. Были представлены работы очень на серьезные темы. Дело в том, что когда взрослые говорят на эти темы серьезные, это получается морализаторство. А когда дети говорят на серьезные темы, которые их волнуют, это очень искренне и очень интересно получается не только для детей, но и для взрослых. Самый главный и ожидаемый момент 27-го международного фестиваля анимационных фильмов «Анимаёвка-2024» – награждение лучших. На торжественном закрытии членами жюри были озвучены именно те, кто смог вдохновить, удивить и тронуть сердца зрителей своими произведениями. Торжественно наградили победителей конкурсов анимационных фильмов, детского анимационного творчества, а также изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Старались сделать этот мультфильм. Было сложно, но мы смогли. Ура! Это интересное такое событие, где можно не только свой фильм показать зрителям, увидеть их реакцию, как люди его воспринимают. Можно также познакомиться с разными режиссерами, художниками, наладить связи. Это все тоже очень важно в работе. Творчество – это фантазия, и тут нет никаких границ, границы только в голове. А если их нет, то можно творить бесконечно и безгранично. Фестиваль проводится ежегодно с целью популяризации лучших произведений мировой и отечественной анимации, поддержки анимационного кино, укрепления культурных связей между Республикой Беларусь и странами-участниками фестиваля. За всем этим стоит большой труд организаторов, тех, кто придумал, тех, кто создавал в свое время этот замечательный фестиваль. И очень надеемся на то, что лучшие фильмы, наши белорусские фильмы, обязательно в свое время будут представлены на крупных международных фестивалях. И не просто будут представлены, а будут победителями. В этом году в фестивале приняли участие 317 фильмов из 47 стран. Впервые в конкурсной программе фестиваля приняли участие фильмы из Вьетнама и Тринидад и Тобаго. Гран-при конкурса удостоен фильм «Ночь в зоне отдыха». Режиссер Саки Мурамата, анимационная школа Япония. Вот и все. До новых встреч. Самый яркий и красочный фестиваль осени.